Воспитанники детско-юношеского центра Карасукского района с юных лет осваивают вождение мотоциклов и автомобилей. Под присмотром инструкторов ребята учатся обслуживать сложную технику. Алена Кузина оценила, легко ли налить бензин или накачать колесо, и как с этим справляются дети. За рулем Анна Дель, новичок. Девочке всего 11 лет, при этом уверенно и легко управляет мотоциклом. Однажды увидела байкеров и захотела гонять с ними. Пока это возможно только под руководством тренера и в пределах мотоклуба. В Карасуке, в детско-юношеском центре, управлять и обслуживать транспортное средство детей учат 7 лет. Проверить масло, как отлить масло, как залить бензин, как отлить бензин, как накачать колесо. Как сделать колесо? Как родители относятся к твоим увлечениям? Ну, папа нормально, а маме как-то не очень сильно нравится то, что я этим занимаюсь. Мама больше хочет, чтобы я где-то танцевала, где-то пела. Сейчас Анна мечтает о большом и мощном мотоцикле. Хочет получить права и участвовать в гонках, как эти мальчишки. Свой есть мотоцикл, я езжу по полям. Это очень весело, когда ты, допустим, километров 80 едешь, а там у тебя и горки, и какие-то кочки, и тебя подкидывает всего. Только тренируюсь, а еще участвую в соревнованиях, то есть был на области. Под одной крышей с мотоциклистами находятся и автоспортсмены. Одно из самых популярных направлений. Ребята, которые новенькие пришли, мы с ними сначала изучаем, как правильно, то есть коробка передач устроена, устройство проходим, правила изучаем дорожного движения. Затем переходим уже на автомобиль и начинаем пробовать трогаться, переключаться, двигаться с маленькой скоростью, то есть рулить правильно, как это делается, то есть легкие какие-то фигуры. Ну а потом постепенно переходим, как вот уже на автодроме, как на настоящей автошколе, выполняем все различные фигуры. Уже 15-16 лет подростки управляют машиной не хуже опытных водителей. Так Амир Утеев хочет стать автомехаником. Учусь я более 7 лет здесь уже, с 18 года, с конца. Ну, выбрал, потому что нравится. А чем нравится? Ну, техника больше нравится. Ковыряться в ней, чинить ее, ломать ее. Как по-разному. Сложно ли управлять машиной? Ну, для начала, да, это сложно. Для новичков это очень сложно. Мы решили проверить это утверждение на своем опыте. Старые «Жигули» покорились не сразу. Отпустила сцепление. И рули. Оп. Хорошо. Ну, такие интересные ощущения, конечно. Но думаю, что для новичка, который первый раз в жизни сел за руль, я думаю, что у меня все хорошо получается. Из стен клуба выходят настоящие водители и механики. И это неплохой старт для тех, кто хочет получить инженерную профессию. Алена Кузина, Андрей Дулепов. Новости ОТС.